16 января 2024 год. Целый день вызывали откачку, прислали на самое начало улицы, где маленькая лужа, там покачали, а самую огромную, как всегда, оставили. Вся вода опять идет во двор. Надеюсь, ночью никого не затопит. Вопрос к администрации. Когда будет отслеживаться работа? Почему приезжают и качают маленькие пустые практически лужицы и оставляют вот такие вот просто моря? 16 января 2024 год. Вот здесь сегодня качала откачка, которую вызывали откачать парижскую. Да, начало парижской откачали. А дальше как раз-таки там, где топят людей, где невозможно ни проехать, ни пройти. Даже ни разу никто и не доехал. Вот такие вот просто огромные лужи почему-то остаются всегда нетронутые.